Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Doom 3. В последней серии мы, пробираясь все глубже по этому научному комплексу, попали вот в это интересное место. Схватив здесь шестиствольный пулемет, мы стали свидетелем прекрасного. За нами погналась просто толпа монстров. Я в истерике прорвался в ближайший вентиляционный лаз и там в страхе визжал, сидел, отстреливался. Но теперь пришла пора двигаться дальше. То есть вот это было все вон там. Мы же двигаемся сюда, тут у нас что-то непонятное. Но именно здесь, похоже, нам и нужно быть... Ой, какой не вовремя все... Так, ладно, с пауками мы справляемся на ура. Дробовик как будто специально создан для того, чтобы разбирать этих тварей. Так, а что там внизу? А что тут? Короче говоря, давайте воспользуемся лифтом. Потому что больше я тут ничего полезного-то не вижу. Так, хорошо. Автосохранение. Что-то там похоже будет, поэтому давайте быстро сохранение сделаем тоже. Ой! Так, ладно. Да не то! Вашу мать! Это не нормально! Да что ж ты... А, я не понимаю, где ты находишься! Так, хорошо. Это что было только что такое? Офигеть. О, сколько было импов, я не понял. И сколько этих двухголовых тварей было? Надо было гранату кинуть, и будь что будет. Ой, ну ладно. Хорошо так начали. 58% уже. Фу. Ну, в принципе, ладно, справились. Не через такое проходили, по-моему. В Деспрессе, по-моему, были моменты и похуже. Так. Это что за звуки? Эти звуки мне не сильно нравятся. Может, они сверху где-то. Ощущение, что прямо вот тут вот так прям эти звуки... гуляет прямо надо мной где-то. Я понял. Сейчас я пройду вперед, стены откроются, и мне наступит большая волосатая попа. Ну да, ну конечно. Ты не умер? Если бы не пулемет мой гатлинга, восьмиствольный, или шести все-таки. Да. Да ты че? Твою мать. Прекратите, пожалуйста, это мясо просто какое-то. Это не очень хорошо. Так, ну ладно. Что-то себя как-то тут... некомфортно чувствую. Хорошо, аптечка. Уф. А здесь, заметили, вся техника вырублена этим неизвестным... вирусом потусторонним. Все, я не хочу уже туда идти. Ой, твою. Так, ладно. Ага.
Очередная закрытая антифлюшка. У меня опять нет PDA, я его, скорее всего, опять где-нибудь проморгал. Патрончики. Шо? Ладно. Так. И как же мне эти открыть-то? Боеприпасы. А, понятно. Ну, понятно. Моя удача меня покинула. Раньше я не такие, там чуть ли не шестизначные случайным подбором с первого раза делал. Или со второго. Теперь скилл растерян, похоже, уже. Я мало того, что невнимательно, вот когда моя девушка, допустим, играет, я смотрю и я все вижу, то, что они замечают. Но когда сам играешь, это и при этом комментируешь, внимательность куда-то уходит. И при этом, когда играешь на большом телевизоре, то, что по краям экрана, вот, ну, то есть вы смотрели когда-нибудь IMAX? В IMAX изображение такое, что ты видишь то, что по центру происходит, а то, что по бокам, там оно обладателем небольших экранов заметно. А так вот, ну, вообще я не вижу, просто многое проходит мимо меня, я как фон вижу, что двигается. Marine, I was able to locate your position. Warcom systems are beginning to malfunction and shut down. Massive service disruption throughout the entire base. I don't know how long I'll be able to track it. Bravo team has just entered the info plant. Pick up the pace. You aren't far behind. Он говорит, что на всей базе какие-то проблемы, неисправности. Все разрушается. Команда Браво двигается вперед. Нужно поспешить, чтобы добраться до них. Это круто, потому что... Ха-ха-ха! Если такого не живут, тварь. Совсем не страшно. Почти. Так, патроны для пистолета. Никаких новых записей. Хорошо. На самом деле это было до усрачки страшно. Просто... Ну, вы поняли. Так, ладно. Идем вперед. Офигенная игра вообще. То есть, блин, ну, абсолютно все нравится. Я даже не думал, что настолько круто будет. Единственное, мне нравится, мне это еще не нравилось в Хрониках Риддика, то, что все стены железные. Ну, как-то, не знаю, это... Ну, вот это вот такие мелкие придирки. Ты можешь мне помочь? Я здесь заперт. Открой дверь. Выпусти меня. Запустить камеру или открыть камеру? Так, ну... Я открыл тебе камеру. Да, не за что. А запустить тут какие-то трансформаторы, похоже, что ли. Ну-ка. А, все, я уже не могу. Понятно. Я добр. На удивление добр сегодня. Сейчас бы его поджарил, похоже, тут размазывал бы тонким слоем по стенам. Короче, они при строительстве этой базы вообще там не использовали бетон, там, я не знаю, цемент. Все чисто из металла. Это как-то вот ощущение такой искусственности всего. Так, а вот это да. Подожди, маленький братюнь. Я сейчас, я осмотрюсь только тут. А, ну да, осмотрелся. Thanks for getting me out of there. Пожалуйста. In the chamber when the power went out. Электричество вырубилось. I don't know what's going on. Говоришь, I don't understand why none of the systems are responding. Не понимаешь, что происходит здесь, почему система не отвечает. Попытаешься связаться с основной системой. Это защищенный терминал. Может, люди другие, у которых есть такие же, получат связь. Понятно. А я пока, пожалуй, осмотрюсь, если ты не против. PDA и видеодиск. Так.
О, хорошо. Отлично, полностью загружен. Не зря я тебя спас. Ты мне отплатил. Открыв. Так. После пута у нас Майкл Абрамс появился. Security log number 3072 for Delta Лок охраны. Chief такой-то, Michael Abrams, November 15th, 2145. 15 ноября. I've just come from the armament division where I was issued one of the new BFG 9000 series weapons. Он испытывал новое оружие BFG. While they weren't kidding about how much lighter it is over previous prototype models. Не знаю, в сравнении с прототипом, Anyhow, как оно. For a couple of weeks now, many of the security teams have not been following proper reporting procedures. Not sure if it's the format of the new SIR, so I'll make sure each team is scheduled by training division to get spun up on the new reports. Понятно. Короче, недавно они испытывали новый тип оружия, BFG-9000. Так, уважаемый мистер Абрамс, ко мне поступает множество рапортов о странных звуках или голосах. Мои люди на взводе, почти никто уже не может работать нормально. Вы могли бы прислать к нам группу охранников и прочесать сектор 4? Я знаю, звучит по-детски и по-идиотски, но такая мера и вправду очень поможет мне и моим людям. Генри Нельсон. Да, было страшно похоже. Отдел кадров. Уважаемый мистер Абрамс, по вашему запросу мы направляем в ваш охранный отдел пополнения. Обстоятельства смерти Гормина ужасные, и мы надеемся, что любые подобные происшествия в будущем будут урегулироваться менее трагическим образом. Пополнение прибудет примерно через 10 рабочих дней. Так, Келси Криш, начальник отдела кадров. Наша цель, чтобы Марс стал понятно. Служба информационной безопасности. Уважаемый мистер Абрамс, мы не смогли выполнить ваш запрос на изменение кода двери, поскольку вы указали в качестве одной из цифр О, то есть 0. Как вам должно быть известно, использование 0 в кодах дверных замков не допускается. Учитывая важность вашего запроса, мы взяли на себя смелость сменить 0 в коде на 3. Если это создаст какие-либо проблемы, обращайтесь к нам. Служба информационной безопасности. Круто. И чё? Кода все равно никакого не дали. Ну ладно. Небольшой домик дали от дома. Хорошо. Сохраняемся. Точно ничего не забыл там? Вроде нет. Сюда нет. I'm going to stay here. Он здесь останется. Закрой дверь после того, как мы уйдем. Думает, что будет в безопасности. Хреновая комната, надо сказать. Надо быстрее выходить отсюда. Ой, какие неприятные звуки. Это что было? Нехорошие звуки. Кто-то ползал поверху. Твою мать, да что ж такое-то, а? Вы же меня, блин, параноиком сделаете. Уже к каждой двери подхожу с опаской. Ну давайте. Там опять орёт кто-то. Двое только, что ли? Слабовато. Так, 4 есть, хорошо. Капец. Да, блин, эти гранаты, хрен пойми, как летают. Вы же видели, я нормально кидал. Ну, как-то полетело, это просто офигеть вообще. Короче говоря, давайте внизу посмотрим. Там наверху, по-моему, еще один такой же есть. Ты просто посмотри, это... О, какая пакость, ненавижу пауков. Офигеть. Попытка номер два.
короче. Гранаты что-то вообще в отстой как-то. Еще? Давайте. Слабачки. Бля. Да что ж ты постоянно, что-то происходит не то, а? Чем это меня так вштырило? Сейчас сердце выпрыгнет просто. Так, у нас 3D... Вообще, ребята, я хочу вот сюда. Но отсюда приятный женский голосок сказал: иди сюда. Поэтому пойдем сюда. Это же логично, верно? Следуй за мной, говорит. Давай быстрее. Хорошо, я спешу, моя королева. Они забрали моего ребенка. Я ничего не хочу. Ух ты. Плазма? Чуете, чем пахнет? Смотри-ка, первый дружелюбный призрак в игре. Фу, я, честно говоря, просто всрал. Marine, base schematics show all passages out of your area blocked. The only way through is by traversing the EFR, mechanical subsystem with two possible routes through. Activating the system will get you a direct route, but it's dangerous. Extending the service bridges is safer, but the lighting systems are prime. Make a choice, Marine. Good luck. Говорит о том, что прямого доступа туда, куда нам нужно, нет. И нужно будет пробраться через какие-то служебные системы. Сказал, что будет сложно. Просил быть повнимательнее. Я ненавижу большие открытые пространства. ПРТ, так. Мы переработки, служебный мост. Может, системы переработки. Так, переработчик. Окей. Ну там внизу всяко что-то хорошее есть. Давайте сходим. Да какого хрена, ну... О, это было тупо, просто тупо. Как так вообще, ну? Это ж, блин, просто ненормально. Давайте просто спустимся, а потом уже будем с этими системами работать. Ну да, тут просто геморрой какой-то с лестницы. Понятно. Ой! Чем больше я напугался, тем лучше я стреляю. Давние правила. Напугался я до усрачки опять. Неужели тут внизу нет ничего, ради чего стоило бы идти? Похоже, это наоборот, просто система возвращения. Если бы я упал, мне нужно было бы туда идти. Но я все-таки хочу тут все проверить. Потому что я люблю такие места. Похоже на центрифугу из Dead Space.
Окей. Ой, сколько у вас елок и палки. Нет, не в ту сторону. Не в ту. Да блин, ну. Офигели. Вот он, наконец. Твою мать. Все более и более жаркие перестрелки. Ну ладно, зато у нас вон чего. Плазмы сколько набрали. Оружия под него пока нет. Хорошо. Тем не менее, считаю, мы не зря сюда сходили. По крайней мере, попугались. Мне нравится пугаться. Взбадривает так. Бодрит, вернее, взбадривает. Так, выдвинем служебный мост. Да, вашу Машу. Так, мост. А теперь я смогу. Так. В прошлый раз, может, я более верно поступал, убегая эту систему. Ну ладно, давайте так. Отлично. Ой, ты где? Тихо, тихо, тихо. Да что ж такое-то, а? Все не слава богу. Короче говоря, не знаю, что из этого верно, но мы выдвинули мостик. Я надеюсь, это было верным решением. Потому что, сдается мне, это была какая-то развилка, может. Ох, нехорошие звуки. Блин, что-то мне это все меньше и меньше нравится. Надо было туда идти. Еще? Я могу добавить. Уроды, мать вашу. Да что ж вас так много-то, а? Это откуда такие звуки приятные идут? В принципе, я даже знать не хочу. А вон какая-то машинерия. Лифт отключен. Все как всегда. Кто говорил, что будет легко? Фу, блин, что-то как-то... Ай! Ох уж эти гранаты. Да открой! Да, блин, я больше не буду пользоваться ими. Они меня больше убивают, чем их. А так охота гранатами запулять. Еще? Ведь ну всяко же, ну. Я точно уже паранойк в этой игре.
Везде жду подляны. И она, что характерно, практически везде и вылазит. Игра такая, добрая. Что же типа этого? Так, хорошо. Может, тут ничего нет? Окей. Выжили. Ох, как все плохо-то. Я уже просто хочу домой. Все. Ой, блин, мне уже кажется. Ох, хорошо. Дерганый стал, совсем дерганый. Ошибка загрузки. Полный бизнес. Так, а что я сюда пришел? Отлично. Сюда я не попадаю. Куда же идти тогда? А, вот, смотри. Эу. Вроде одна. Бабайка. Ох, нужно сесть удобнее. И все у нас получится. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот я везучий, офигеть. Хорошо. Блин, я уже просто дерганый в этой серии. Я все, меня уже довели до ручки. Вот так тебе. Понятно. Шо. Давай еще вылазь. Идиота куски. Ну. Так, что мы имеем в итоге? Спуск сюда, дорога туда, понятно. А по этим мы наверняка можем пропутешествовать до какого-нибудь секретика. Хотя нет, мы перепрыгнуть не сможем. Фу, так. Спокойно, все нормально. Ну, блядь, ты что? Что? Так, что за игра-то такая, ну? Ой-ой-ой-ой-ой. И чё? И сюда? Ну. Я готов. Давайте, твари. Скоты. Да еще, уроды. Я чуть закончил.
У меня сейчас грудь болит просто. Это капец, это ненормально. Но при этом это очень круто. Блин, я так давно не пугался. Ну и что, давайте на этом завершим эту серию. Мне нужно маленько отдохнуть. После такого пересрача я пойду там кирпичи выкину, я не знаю, в окно. Короче говоря, увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.